Ого! Это бомба, короче, с лаки-блока? Да. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, комикс Under Dragon, Cyberg, Рейди. Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет, работяги! Всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис мод. Нас 7 человек и будем смотреть офигительный мод, который называется Lucky Block. Выпадает всякая ерунда, которая вам поднимет настроение. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Серега, так как я тебя очень сильно уважаю, делаю тебе первому штуковину эту разбить. Какой красивый Lucky Block. Lucky Block классный, офигенный. Отойдите, пацаны, может всякая штука. А. Серега, давай еще раз, просрала. О. Let's play game. О, 1000 хп. И что сейчас будет? Мочить, мне кажется, вас надо. Ты дурак, что ли? Бьем, Серега. Пацаны, стреляйте по нему. Гори, гори, ясно, чтобы попа не погасла, Дима. Ты дурак с детства? Да, есть такой. Не, ну это нереально. Да не, может другое, ты не так понял, не надо нас убивать, Серега. Let's play game. У тебя хп еще увеличится. Да, оно увеличивается, Дим, смотри. Ну Серега, это же нечестно. В смысле нечестно, это лаг-блок. Все. Ах ты говно. Короче, ребята, все, вы... Мне нравится. Dark Dragon, ты следующий. Хорошо. А так не работает. Опа. Что? Your bones are broken. Кого-то убило. Ого, посмотрите, как его жмухануло. А что с... Ребята, напишите, как вам вообще этот мод? Мне кажется, офигенно, потому что может выпасть всякая штуковина рандомно, а в Гаррис моде реально очень много возможностей. Поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А у тебя камера там не глючит, нет, все нормально? Нет, у меня все нормально. А я что, жмыхнул, что ли, сильно? Его позвоночник сломался, смотри, он еще кажется. А давайте попробуем его убить и проверим. Серега. А что ты в лишний раз будешь убегать? Давай реально проверим. Тебя до конца серии, короче, исключило. Это реально прикольно. Так, давай, короче, кто у нас там следующий? Гордей. Так. Ты не бойся, главное. Так. Let's play game. А чё за Let's play game? Надо убивать всех? У него хп, скорее всего, устанавливается. Хорошо, давайте, это мы уж видели, давайте дальше. Айокала манекала. Дим, пистолетик любимый наш. Так, давайте я буду открывать. Давай. Может, на Е открывается вообще, а мы не так делаем? Так, F. О, можно просто пострелять. Дим, хп. А, опять да, нет. Да, ладно, давайте дальше. Давайте еще раз, потому что что-то не то. Да какие Let's Play Game? Вновь тоже. Давай, Comic Sans, лупаш. Прикольно замочило пацанов. Нежданчик, пацаны, бомба была. Так, давайте, кто еще не раз? Сенка, давай ты ж не разбивал? Ну ты не ссы, давайте, пацаны, отойдем, потому что бывает выпадают монстры. Let's play game. Хорошо. Кто у нас, все по кругу пошли или кто еще нет? Comic Sans? Нет, я еще не разбирал. Давай, крошка, лупаш, я в тебя верю, ты сможешь. Давай. Пустой. Да. Просрала, давай еще раз. А. Просто ничего. Не повезло, тебе не везет. Еще раз давай, я верю в тебя, ты сможешь. Ему выпал, не прыгать ему нельзя. О! Господи, еще раз да. Ай. А, прыгать нельзя. Все, моя очередь. Давай, Серега, ты. Давай. Ящик какой-то движущийся. А, опять. Давайте что-то и. Да давайте эпическое что-то. А чё, Серега, с тобой? Ну, джамп, не прыгайте. А, кто следующий был? Dark Dragon? Давай.
Почему все так взяли? О. А блин, выпадала такая штука разная перед тем, как мы записывали. Прям монстры выпадали, там что-то такое эпическое было. Спавнились какие-то штуки такие разные. О. О, пердёж. О, нет. Что за пердёж? Воду, бегите. Вода, вода, да? А я умер. Монстры, смотри, заспавнились. Ого, их сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё дамажит? Это газовая пердёжная бомба. Ой-ой-ой, Серёжа. А что за газовая бомба пердёжная? Прекращай. Убил Серёга, молодчик. Побежали. Офигеть. Смотри, из моего трупа спамнятся. Да-да-да. Офигенный мод, смотрите. Что-то такое необычное. Ты когда умираешь, у тебя спамнятся монстры. Нельзя умирать, пацаны. А как не умирать, если этот газ лупашит? Я много хп. Это круговорот, что ли? Все, хп не отнимаются. Убили, убили, мужики, красавчики. А, вот тут лупашит, а тут не лупашит, да? Блин, да чё ж лупашит? Да ё-моё, ты смотри, бесконечный круг, Серёга. Сейчас я исправим. О. Ой, я всё равно умираю. А чё, да, жизни тратится? У тебя тоже? Это, короче, Серега, мод не отстановить. Ну что, вы готовы? Сейчас будет, короче, глобальное открывание этих сундучков, лаки-блоков. Кто открывает их всех? Можно я? Дим, смотри. Они сами открываются. Их много, потому что нельзя ставить. Ой, о! Они опять спавнятся! О, броня надо. Ого! Это бомба, короче, с лаки-блока? Да! Офигеть! Дима, гравитация! Да, гравитация! Ребята, смотрите, как прикольно, когда их можно много спавнить, и что происходит? Ох ты, ого, это чё? О, господи, что происходит? А чё происходит, пацаны? Урон сразу, да, проходит, я так понимаю. Посмотри на небо, Дима. Дим, на небо посмотри. Ого, это что происходит? Получается, мы что, очень быстро крутимся? Кажись. А мы не можем нормально заспавниться. Ого, я умираю сразу. О, можем. Это, блин, эпично. Это было что-то такое, ребята, нереальное. Пацаны, тут же еще в этом моде есть очень прикольный монстр. Дима, попробуй попрыгать. Что они творят? Не знаю. Ой, я много поставил, давайте поменьше. Переборщил. Вообще не вижу нифига. Нифига не отталкивает, очень сильно. Дима, попробуй подпрыгнуть. Чё такое прыгай, как будто скакун? Смотри, какой есть монстр прикольный. Серёга лупашит, смотрите. Отстань. Серёга, подай сервальер. А у нас же, пацаны, гудмод, да, подрублен? Он не убьет. Да. У нас только, знаете, чё, минус это. Больше крыта отставили. Ещё два. Да. Раз. Раз. Вот, четыре штуки. Серега, давайте попробую good mod нам включить. Ого. О, урон не проходит на карте уже. Они за нами. Но гравитации нет, да, чуть-чуть? Да, потому что отменили. А вы хотите выживать с большой гравитацией? Не знаю. Настройки сервера. СВ гравити, стоп. Гравитация. Давай мы, Серега, сделаем. У нас 600 обычно, стоп, да? Стоп, поставь 100. Да нет, это сильно будет. Давай хоть... Во, проверяйте. Нормально. Нормально. Да побольше. Еще больше? Да. Давай. А вот так, Сережечка.
пойдет. Пойдет? А вот так вот. О-о-о. Короче, знаешь, что, Серега, надо будет там сделать? Поставить маленькую гравитацию и оружие с Квейка или с Андреала взять такое, постреляться. Было бы прикольно, вон да? Вон мой труп падает, смотрите. Ребята, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.